А для желающих связать свою жизнь с политической деятельностью активисты общественной молодежной организации «Молодая гвардия» совместно с руководством Арктического университета запустили проект «Школа помощника депутата». По мнению организаторов, инициатива должна помочь вовлечь молодежь в политическую жизнь региона. Сейчас, по статистике, большинство молодых людей мало интересуются этой сферой. Наш проект направлен на активную молодежь нашего города, которая хочет реализовывать свой политический потенциал не только в рамках посиделки с друзьями на кухне, а в действительности в диалоге с властью на некой политической арене. Заявки на участие в проекте подали более 250 человек, из них лишь 30 станут слушателями курса лекций. Занятия будут вести как преподаватели Арктического университета, так и действующий депутат областной думы. График работы уже составлен на месяц вперед. По мнению организаторов, за время обучения участники приобретут как практические навыки, так и теоретическую основу. Например, на курсе психологии слушатели будут учиться работать со сложными обращениями. Программу разрабатывали на основе пожеланий действующих парламентариев. Курс продлится до 15 сентября. В конце специалисты вуза организуют экзамен. По результатам испытания выдадут сертификаты. Мы провели общение с рядом депутатов областной думы, выяснили их потребности, какими навыками должен обладать помощник депутата, по их мнению. И на основании этих высказываний составили программу.